Здорово, друзья, добро пожаловать, это Майнкрафтище вместе с Олегом и Женей. Мы вернулись к себе домой, наконец-то, не прошло энного количества времени. Нас пытались убить фантомы, нас все пытались убить, но мы выжили и готовы. Но, тем не менее, мы дома, это самое главное. Отлично. Точно ты дома? Да, я точно дома. А с кем ты? А с кем ты? Я дома. А с кем ты? А кто ты? Значит, на эту серию у нас очень много планов, но мы не будем прям все рассказывать. Так не что будем. Мне интересно. Ну давай сюрприз. Я сейчас попробую сделать этот самый сюрприз, если мне удастся. Ты нифига себе! Стоило мне на секундочку отойти, вы уже забахали здесь посмотри, джакузи. Посмотри, все, пока, я пойду поплаваю топи, пока. Вы там работа... Топи. Ой! А ну, F5, быстро, быстро прожали F5. О, да-да-да-да-да. Лакшери? Особенно один в доспехах, другой с этим самым... Со щитом. Погружаемся на дно. Погружаемся. О, я вообще на дне уже, смотрите. О, Женек, тебя даже не видно. Мне даже норм. Ты так, куда-то туда попал. Я пойду в тот уголочек. RTX, тут, смотрите, тут сок. А у тебя же это, AMD-шная карточка. Ну и что, все равно RTX у меня работает. Понятно. А, красота. Так, пока вы тут развлекаетесь. Ребят, хотите, я вам здесь голема тогда поставлю? Нет, здесь не надо. Мне кажется, он должен на улице ходить там, на грядках. А он сейчас цветы потопчет. Ну, ничего страшного. Потопчет, Женя, он аккурат. Он аккуратный парень, компанейский чувак. Все, я пошла, вы хотите посмотреть, как я сделаю неправильного голема? Почему неправильно? Делай нормально, адекватно. Я Лалыч. Отлично. Лалыч. Опа, это голем? Не понял. Здорово, братан. Здорово! Салам алейкум, мой друг. Это теперь твой дом. Привет, мой хороший голем. Ну, смотри, какой он хороший. Он такой няшный. Привет. Что вам надо? Что вы сделали со мной? Я должен был охранять деревню. Чем его задобрить можно? На тебе хлебушку, хочешь? А где мой хлеб? Вы что, у меня алмазов 16 штук. Вот, да. Что ты на меня смотришь? Смотри, какие глазенки. Он как Тетька смотрит. Дайте мне что-нибудь вкусное. О, почти мои арбузы выросли. Все, зашибись. Пошли, я покажу тебе мир этот прекрасный. Идем со мной. А я думала, вы пойдете строить стеклянный проход. Иди со мной. Давай пойдем стеклянный проход строить. Я же вот приготовился. Только нам, скорее всего, надо сначала выспаться, если я правильно понимаю. Привет, он там же стоит. Он просто ждет. Кого? Он просто ждет, когда к нему придут. Смотри, какой он хороший. Привет. Привет, привет, привет. Здравствуй, голем. Здравствуй, носатый пацан. Здрасте, да? Импацан. Импацан? Носатый пацан. Я хочу сегодня заняться зачарованием. Что делаешь, Жень? Жень, зачем? Ну вы же хотели делать туннель. Да, туннель. Стеклянный. Отсюда, да, мы же будем... Жень. Прям из печек, что ли, вы что? А я вот отсюда, проверь. Я же по центру сделал красиво, не? Так что, будем переставлять печки тогда? Жень, ну, центра нет, слева 3 блока. А, 4? А, нет, мы шире, там 5 блоков. Я не доставил просто блоки. Не, а зачем, Жень, это огромный будет, такой большой, зачем? Так втроем, чтобы помещались. А в какой два блока, нам... делается два блока вверх, давай, по два блока, да. Два-два. Это скучный туннель будет, да? Это будет нормально. Ну, тогда. Аккуратно, это такое, если будем сбегать. Вот так, что ли, сколько? Вот что, это один блок получается, как тут два сделаешь? Так, мне надо зачарование. А-а-а-а. Олеж, оставь, пожалуйста, алмазы где-нибудь, потому что мне нужны алмазы. Олежа, выложи алмазы и все, и забудь. Я сейчас к жителям. Понял. Олежа, выложи просто алмазы и все, не надо тебе алмазы. Я сейчас к жителям сгоняю, мне нужен просто обсидиан. Да ломайся ты, ёк-каламен. Привет, мой хороший голем, такой хорошенький. Можно я себе голема заведу? Ставьте лайк, если тоже бы хотели себе завести голема. То. Понятно. Ну, смотри, а где все стекло, можно спросить? Я наварила в крайнем... Нет, слева. Левый сундук возле наших кроватей. Там все, там около 300 блоков. Угу. А, возле нашей кровати? Что за проблема со стеклом? Под водой вообще ни кирочка, ничего, ни топор, ничего пока не бьет. Пока ты плаваешь, пока ты не станешь на жесткую поверхность, ничего не ломается. Кто это придумал? Какой криворук? Точно не я. Ну, я тоже из этого бомбила. Что, под водой, нельзя бить стекло? Вы серьезно? Я из-за этого тоже бомбила, когда я строила вот это вокруг. Так. Идем. Ну, допустим. Идем собирать. Олег, голем, подожди, я что-то не понимаю. Ты хочешь прям с печек заходить, что ли, или что? Мы печки перенесем, печки, да. А, наверное, из центра лучше, да. А, вот тут. Ну. Так, ой, что ты такое? Вот, да, ломай, и там будет 2 на 2, или как ты сказал. О, уже получается, да? Ты смещаешься, Жень. Зачем? Я ровно иду, я не смещаюсь никуда. Все ровно. Интересно, я алмазной киркой сколько буду долбить этот обсидиан? Быстро.
Да? Угу. Кто тебе сказал? Получается, 3 в ширину, 2 в высоту получилось. Видишь? А это что такое? Это много. Какая... Это ты делаешь большой, Жень. Не надо. Два на два, мне два кажется. Два на два. Ты делаешь очень большой. Это секретный проход. Секретный стеклянный. Это секретный проход. Слушайте, а я обсидиановые слезы нашла. Плачущий обсидиан. Тогда как? Куда я смещаюсь? Влево, вправо? Куда мне смещаться? Вот, смотри, вот такой вот. Два блока тут, два блока высоту. А, ну все, тогда здесь сломаешься. Я вот думаю сходить во вторую деревню сейчас. У них там был золотой блок. Я же думаю, нам он понадобится. А я не знаю, красивый, наверное. Ой. Оп. Хорошо, я понял. Красивый блок. Сейчас схожу. Я уже напутал тут, где какие стекла. Два. Я понял. Два на два сделаю. Два на два я делаю. Сейчас я уберу лишние. По-моему, у нас тут была деревушечка. Так, вот они два на два, вот они идут. Сейчас вот проход, сделаю. Смотри, вот. Я уже делал. Вот я же сюда иду. Привет, лошадка. Как твои дела? Привет, лошара. Это не лошара, а лошадка. А как мы туда заходить будем, расскажи? Вот так вот разве я поэтому и делал 3 на 3 ступенечки. Как вы под водой собрались ходить, ступенечки? Нет, вода затекает. Я имею в виду, надо же как-то перегородить, вот я поставил. Нет, а как ты будешь внутри ходить, если два блока? Ты же сквозь стекло-то не сможешь ходить. Два шире, два вверх. Ну, сейчас тогда сейчас придет кружу. Специалист и все вам расскажет. Если что, я не про себя, я говорю про голема. Все, не получилось, сейчас, да? Сейчас, я уберу лишки тогда. Вам бы, знаете, что надо было сделать? Вам бы поначалу надо было бы на поверхности от, например, нет, от берега провести одну полоску, чтобы от нее ориентироваться. Так, тихо. Нет. Хорошо, будете дольше строить. Не будем. Где эта драная деревня? Нет, Жень, ты высоко поставил. Я вообще ничего не делал, я убираю лишние блоки. Так, ты высоко поставил. О, нашла. Я еще даже не пробовал. А, вот, теперь пошло, да. Так, о, я у них сейчас сено пособираю, нафиг им то сено. Я из него там столько хлеба вам наготовила. Никто не оценил. Ну, мы оценим. Вот, смотри, прямо над бездной, вот эта тема. Ну, я же делаю вот так. Там будет опасно. А вы, может, сделаете сначала стеклянный пол? Да делает Олег уже. Нет, именно пол, то есть от чего он делает стеклянный пол. А я делаю сверху. Дорожку даже стеклянную. Ну вот так и получается. Мы же, ну, я, придурок, Олег, ну что ты стал передо мной? Ну, нет, ну понимаете, я стою, рублю сено, подошел житель, чтобы я его ударила, на меня согрелись эти самые. Олег, а что домой-то вся вода течет? Вот проблема. Это не проблема, это... Косяк, да? Да что ж такое-то, бля? Убирайся нахрен. Где тут золотой блок, я видел? Тихо, это лава. Пол, в смысле? Лава? Ты знаешь, в принципе, кинули? Здесь... А хотя надо еще немножко дальше, да? Чтоб совсем жопа была. Ты мне дай стекла-то немножко. Я с радостью, у меня 7 штук. Стекла. Всего? Да. А где остальное стекло? Возле кровати там, Даша говорила. Да, возле кровати. Я же вам надела там этого стекла, как не знаю как... Пойду возьму, а то... Как на страшный совсем день, да? Ну да. Слушайте, а самое интересное, мне сказали, что был здесь золотой блок возле второй деревни, а его тут здесь ноль нет стекла. Где? В смысле? Возле кровати. Возле кровати, слева. Стекло. Все, все. Все? Так, думаю, как хорошо. Так-то? Сюда мы сейчас зашли. А ты алмазы оставила, Леш? Да. Чего так? То один спросил, то ты спрашиваешь. Чего мы тебе алмазы всрались-то? Ну я же тебе скажу, сейчас зачарование Жень, буду зачем заниматься. А. Чего? Я заблокировал, потому что, ну, течет в дом вода вся. Чего? Затекает. Вы, главное, мимо не пройдите деревню, а то уйдете куда-нибудь на северный полюс. Мы вообще вглубь воды идем. Ну, буква Г же будет. Ой. Будет же буква Г, правильно? Да, любая может быть буква. Буква Г будет, правильно. Буква Г на табло есть. Где голем? А, стой здесь, правильно. Голем просто отдыхает. Угу. Голем просто от пытается чего выжить. От трудной работы, да? Сейчас давай скажи. Вот понимаешь, не было бы голема... Ой, ты застраиваешь, да? Я понял. Ну да, начинаю, чтобы хотя бы там уже можно было ходить из дома, да, хотя бы. Да, это походу ведьма. Перемычку сделаем такую небольшую, знаешь, чтобы оно... Можно было тестировать туннель-то. Привет, голем. Пока, голем. Что ты все с этим големом там? Ну как, ну, с курицей, ну... с яйцом? Ну? Ну хороший же голем. Привет, голем. Давай голем пока здесь пока площадку сделаем. Ой, блин. А. Так. А, ты расшириться хочешь? Еще стаки. Да, здесь будет пока площадочка. Смотри, делаем квадрат небольшой. Такой вот. Типа комнатушка. Полностью стекля. Ага. Сейчас.
Да ёпта, что ж такое, я не туда поставил. Я вот немножко не понимаю... А, это ты стены, типа, я понял. Ну, конечно, а как ты будешь ходить? Все, все, нормально, нормально. Ну как? Как жаба. А, плавать? Да. В присядочку? В персятку? Персядочку. Так, сейчас я еще пособираю все, я буду возвращаться к вам, значит, буду делать... Да что ж ты умираешь-то, тварь? Не умирай. Пожалуйста. Товарищ. Пожалуйста, главное. Как любит персонажа своего, Олег. Ну я что-то делаю, и он мне все время это косячит. Тварь, что ты умираешь, тварь? Тварь такая ты. Мразь, а? Гнида, да. Ну давай, 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 давай. Че у тебя полсердца, дура? О, я смотрю, все хорошо относятся к своим персонажам. Ну а че у нее вдруг полсердца? Она не падала, ни с кем не агрилась. Бессердечная скотина, да? Да, ужас какой-то. Так, лошади. Ладно, положим. Я еще хочу к нам лошадей сюда заманить. У коровы, кстати, корову, у меня же есть ведро. Ты же хотела доить идти. Да, пойду подаю корову. Ты же хотела дойкой заняться. Яйца! Я вам могу из яиц этих куриц сделать. Подожди, Олег, откуда течет вода? Дома это, конечно, хорошо. А вот я, похоже, нашла расщелину классную. Надо бы тоже сходить. И как там? Прикольно. Оп. Можно покричать туда, и там, допустим, услышишь ответ, топ которого нет. Да. А где еще курица? Ква-ква-ква-ква-ква. А, это котик! Котик, привет! Куда ты драпанул? Эй, слышь, алло, куда? Ой, ёкала мене. Слушайте, курицы несутся на закате, так, получается. Так, куб готов. Куб я сделал. А, ну все, нам хватит. Куб. Куб где получился, все? Прям в океане куб. Полноценный, нормальный. Ты там простроил все, что надо же. Ну, почти, сейчас еще не закрою, сейчас закрою. Слушайте, а лошадь подоить можно? Ой. Да, коня можно. Но он такое дело, да. Все познается, как говорится, в сравнении. Так, где? Я что, всех коров поубивала? Жень, чувствую, нам еще стекло понадобится. Там есть дофига, я не все брал. А, знаешь что? Знаешь, как туда входить надо, мне кажется? Нет, надо так, чтобы растекает. Вода была ниже, чтобы мы были над уровнем воды. Потому что так она будет затекать все время, правильно? Все как красиво, ни хера. А, хотя да, что-то правильно. Подожди, не ломай, там сейчас вода затечет. Так пусть вытечет. Еще. А, ты не заделал? Она не вытечет никак. Заделай, потому что я там уже поставил. Все как красиво. Да, только я не могу понять, откуда кстати, вода. Кстати, я тоже хочу пойти посмотреть. Так вот, давай прорубим и посмотрим. Блин, одни кони. Ни одной коровы. Сейчас наверняка я пропустила, меня пишут в комментарии, да, что ты корову пропустила. Лалыч. Да побежала ты, ну. Слушайте, бегает и прям так, вода течет отсюда. Мне кажется, где-то снизу, наверное, слышишь? Я же закрыл там все. Давай проверим, надо открыть. Где-то косяк, где-то дырка. Странно, я вроде все заделал. Что пытаешься сделать? Надо снаружи искать, так проще. Здесь ты запаришься с этим, оно все прозрачно, и ничего не понятно, куда бить. Надо оттуда смотреть, а это зачем ты сделал? Случайно. А. Да, я там закрыл, есть, там снаружи. Что-то косяк. Давай ляжем спать тогда, Даш, ты идешь? Да, Даш, ты да идешь я спать. Вот бегу, я уже по пляжу бегу. Потому что я там закрыл куб. То есть там, в нет, принципе, нормально. Закрыл. Просто где-то в начале здесь косяк, где-то вода втекает. Я затекает. Уже даже дождаться не могу, увидеть, что вы там... Сначала лучше ляг спать, а потом уже поутру посмотришь. Нифига вы тут наделали. Так, смотри, нифига вот. Нифига себе. Топ так, за свои деньги. Да, ужас вообще. Получается. А, что у нас тут по зачарованию? Там косяк, да, прям какой-то косяк такой есть лютый. А где все алмазы? А, вот есть. Вот тут, наверное. Ой, что-то он не ставится. Ой-ой-ой, это течет. Да, товарищи. Течет. Течет. Поставил? Чего? Что-то я поставил, а куда? Хрен знает. Что-то не то поставил. Пойду-ка я снаружи лучше посмотрю. Тут сложно сориентироваться, когда прозрачно и все. Все постепенно, Женечек, все постепенно. Я понял. Так, вон, тут так секси-туннель. Очень классно шейдеры сделаны, между прочим. Ты когда идешь по нему, там все отражается. Да, вообще топчик. Ой, бля, я шлемом бью... Стою шлемом, бью землю. О, Лалка напишет, все, абзац. Ну, Женя с помощью благовония искал призрак. Блядь, потонул каким-то образом. Давай ныряй. Аж грустно как-то стало. Это все твой голем, Даш. Ну что вы пристали к моему голему? Если б не он, я б не умер так глупо. Ну, действительно, дичь какая-то то. Просто завидуете голему. Какой-то вагон, блядь, надо еще убрать, Жень, с боков там лишнее. Кстати, туда можно поставить, там
рельсы есть, можно туда на рельсах заезжать, ага. Прикиньте. Да-да, на големе заедешь. Что вы стали к моему голему? На рельсах. На рельсах заезжать? А ножками ходить уже не камильфо? Нет. Эй, дельфин, ты чё? Слышь, лохмандей. У тебя все твои вещи разлетелись по океану. Ну. Я вот стараюсь. Давай. В панике собирает. Почему здесь не хватает? Без регистрации смс. Слушайте, а по-моему туман. Да, сиреневый. Да фиг его знает какой. Ну как-то погода изменилась. Солнышко или мы сейчас... А здесь должен же быть шторм, типа буря. А тут да классно, смотри, там идет дождь, а мы здесь. О, ведро мое. А есть какое-то что-то связанное с грозой, какие-то особенности? Вот я не видел, молнии не было что-то. По-моему, если в какое-то существо попадает молния, там с шансом что-то там... Такого не знаю. А что за вот этот блок в воздухе стеклянный? Слушайте, а вы яйца куриц бросали куда? В воду? Мы или... яйца. На землю. Они призраки, мы яйца, да. На землю бросали. Что, Жень, ты тут за горбыль сделал из воды? Здравствуйте, это горбыль? Да. Специально сделан был. Прекрасно. Так что прям просто на пол бросать яйца? Блин, а классно туда бы голема посадить реально. Иди в подвал, Даш, спустись и там бросай яйца. А зачем? Я здесь сделала загон для яиц. Для куриц. Нет, ты же можешь потом их обратно приманить. Подожди, Жень, я что-то не понял. Цыплятки! Я делал по два или по три блока вширь, квадрат в конце. Я прохожу просто ровно по туннелю. Что за бред? Это вот там стекла где-то, значит, ты поставил лишние. Ну, то есть, излишек, сейчас посмотрите! Тебе скажу даже где. Посмотрите! Куда? Чёрт. А ну идите сюда! На улицу! Нового голема сделал? Что же вы представили? Сейчас, подожди, сейчас иду. За дубами. А, вот этот загон у тебя. А, вот, свинь, а, куры. Да какие ж свиньи, Женя! Ну, куры. А, ты курочек развести? Да, у нас посмотри. Цыпочки для вас. Привет! Смотри, какой носатый, прикольный. Они чуть носатые. Привет! А не хочешь как-то подразделить им там, чтобы... А чё ты их здесь? Пусть живут дома у нас. В подвале. Ну, они здесь, здесь у нас ферма. Да что вы в подвале? Какая ферма? Что вам всё хочется в подвале, чтобы они жили, света белого не видели? Жень, а почему мы купол не купол? Там же был конкретно комната. Я не знаю, как ты строил его. А почему у вас паук? Я его строил нормально. Купол, Олег, не получится, потому ребята, что, где смотри, паук? У тебя получилось раз, два, какой четыре паук, блока, два на два. Тут где-то всё паук правильно. Кряхтит. Да-да-да. Олег, смотри, логично, паук. Смотри. У тебя 2 на 2 и плюс 2 по краям. Паук у нас здесь! У нас в подвале паук! Комната? Да не может быть. Да ну зайдите в подвал, ну что а да, такое? У нас паук реально в подвале, блин. Ну отлично, пусть ходит. Там. А где твой кореш голем? Чего он не убивает его? Ну потому что паук-то нас не атакует. Ай, Даш, блин. Надо големов туда вниз загнать. Как его загонять? Големов, видишь, у него фамилия такая, Големов. Марат Големов. Чего именно Марат-то? Не знаю, иди сюда, Марат. Да не бей ты его, ну зачем, ну Женя, я ну поедешь. Я хочу, чтобы големчик паучок. Пришел. Да не придет он сюда, он широкоплечий. Лалычендра. Олег, ты понял систему? Извини, паучок. Нет. Ты хороший ну, смотри, паучок. Да понял, я понял, я так сказал. Ну, вот. Сейчас сделаем. Женя жестокий. Мы, очень. Знаешь, почему проблема? Потому вот мой куб, вот он. Ну вот твой куб, но ты сделал 2 на 2, то же самое, что да сделал. Да нет, я. Ты начал пристраивать эти бока, ну, вот эти боковинки, хуетинки. Я не бока пристраивал, я туннельчик строил просто. Начинается. Ну вот, чтобы не затапливало. Дай мне стекла. У меня нету. Дай мне стекла. Я ж вам жарила стекло. Короче. Длиннее. Просто надо света больше. Понятно. Короче, Олег, надо вот здесь сделать такие блоки, вот эти будут тебе оправная точка, смотри. Так, свет, я не могу свет, под водой свет. Рубить стекло. Надо, на шифте ты можешь рубить я стекло. Я понимаю, не, оно под низом, блядь, где-то там в жопе спрятано. Вот, вот эти штуки земляные надо будет заменить на стекло потом. И тогда надо. Получится твой комнат. Делай, делай, обнеси его полностью давай. Да-да-да, потому что... Только сначала давайте спать ляжем. Да не бейте тех, ну отойди оттуда, ну чувак. Ладно, сам виноват. Кому ты говоришь? Ну я с пауком разговариваю. А, у нас... Кто это у меня? Блядь, скелет! У нас скелет! Какого уже хрена? Уже скелет появился. А, ушатал. Смотри, вот стрелой меня попал, слышишь? Че, голем его ушатал? Да. А че вы агрелись на моего голема? Вот, не, ну, вот же, вот же стрела находится, смотри. Ты мой хороший голем. Нос такой мой топовый хороший. У него. Здорово. Классный, да? Все, идем спать. Идем. Обидели моего голема, ну. Довольно забавное зрелище, как Гордон Фриман собирает блоки, чтобы построить Блэк Мезу, да? Но свою Блэк Мезу, да, с Блэк Джеком и Големом.
Да что вы пристали к моему голему, ну? Вот блин, овцы плавают. А, это эти осьминоги. Овцы плавают, нет. Овцы плавали было ребята, хорошо. Представляете, ребята, пристали к моему голему, все время его достают. Видимо, зависть какая-то вот играет, я так понимаю. Завидуют моему голему. Постоянно завидуют. Да, обзавидуешься тут. Достают его постоянно. Из широких штанин. Дубликатом. Достали бедного голема, он нас защищает. От чего? От всего, от злого ужасного мира. Верек? Да. А тыкву нельзя тут пожарить, не? Можно. И что печеная будет? Тыква будет. Ты уверен? Блять! Нет, вот теперь нет. Олег утонул, у него ботинки вниз поплыли. Тебя это так развеселило, я смотрю. Прям такой дикий угар, прям Comedy Club у нас тут бесплатный, да? Утонул, хоть не трусы поплыли, спасибо, хоть парус, да? Парусины такие, да? Бля, все уплыло, пипец. Там кряхтит этот паук. Пошел он в жопу. А что ты обижаешь моего? Ты в паука обижаешь. У тебя все, куры твои, пауки твои. А что наши? Ваш туннель. Наш только в горшках. Пюре в штанах, да? Пюре в капышке, да, это наше. А остальное? Остальное суета, да? А, и томление духа, да. Какого духа? Какое томление? Еще фазму не играли. Томление духа. Ботинки свои, вон, на босса. Ну, это твои. Естественно, а ты думал, твои? Я не могу так, все, я не могу так больше жить. Я не могу. А что это такое под водой, смотри. А ну, плыви, плыви за мной, плыви. Что это поебей? Мне так кажется, плыви за мной. Это клад. Погоди-ка. Смотри. Кстати, да, там клад. Смотри, подводная крепость. Да, конечно. Да без прикола. Мы же не ржем над тобой. Ну, подводная. Конечно. Да не вру, я тебе реально блин, говорю. Посмотри. Пошли. Блок лавы. Что это? Тут два замка, смотри, каких-то. Что это за кнопка? Кнопка? Крепость все-таки нашли. Не нажимай эту кнопку опять. Я случайно застроил ее, слышишь? Ну, ладно. Даша, иди сюда, крепость. Иди посмотри. Я не пойду, я хочу ночью под выспаться. Под водой лава, смотри, капец, там лава надо под водой. Надо пойти выспаться, а потом идти Олег, туда. Олег, вот здесь сейчас... же можно всплыть. Смотри, вон там сундук. Утопленники сейчас к вам придут, и все. Слушай, надо черепаху убить будет потом. За что ты, Женя? Ну, хочешь тебе и так ты сказали, свинку можно убил. Сделать каску, У-у-у. И можно будет плавать под водой. Я карта клада. Блядь, я умру сейчас. Не смей выплывать. Я взял карту давай. Клада. Выплывай быстрее только. Выплывай давай, алло. Слушай, там какая-то как крепость такая вот под водой, нифига. Ну да, это два замка подводные закручу. Поздравляю. Так, карту я взял. Пошли подводный данж. Так он прямо возле дома. Ну, отлично же. Я просто увидел лаву, подсвечивалась. Прекрасно. Просто чудесно. Я как раз почти успела все рассортировать. Относительно. Знаешь, этот, блядь, туннель как будто писюн встал у морского какого-то этого дома. Я плыву, как бум, такой кабалык, блядь, торчит. Осталось только два придатка сделать, да, голем? Чтоб тебе весело было. Да ставьте вы моего голема, ну. Прикопались к нему. У меня голема. У меня проблема. Дома два голема. Вот. Ну, как великий рэп поют. Я вам сделаю еще голема. Я вам сделаю еще. Дашка, смотри, карту клада дать тебе? Да, сейчас посмотрю. А я могу туда сплавать, кстати. Сам посмотри. Олег, стекла есть? Если найду. О! Покажи карту. Покажи. А ну-ка. Она у тебя еще не прорисовывалась? О, так... А это прикольно. Я вижу, где я нахожусь. Я могу найти клад. Но это в следующей серии, правильно? Я думаю, да. Пробуем главное сейчас. Ну покажите мне, где. Кого? Что где тебе показать? Данж где? Ну, данж, иди сюда, смотри. Справа. Я когда там укреплял, сейчас покажу. А, ты, подожди, я оставлю карту, если вдруг я потону, то будет жалко. Если я потону. Как там мои курочки? Так же, как твои петушки из голема. Они выросли вообще-то. Петушарами стали. Все. Вообще-то... Ты теперь такой большой. Пристали к моему петушке. А петухи есть у тебя там? Так это есть петушки, у них же зубики. А, там все петушки. Даш, ты плывешь, нет, смотри, данж-то. Где там данж? Где? Это просто куча песка. Да какой там? Это не куча песка. Вон они два. Смотри, вот раз, а вот два. И в том... Голубого цвета они? Вот я всплыл. Голубого. Ну, данж должен быть голубого цвета. Ну, какой голубой цвет? Обычные вон два острова каких-то. Смотри, вот две крепости. Как да, Властелине колец. А вон третий еще есть. Вот да, в этой. Да, да.
Вот в эту мы заплыли, там карта. А вон еще рядом, Жень, тут целый город. Угу. Слышишь? Затопленная Атлантида. Вон еще справа есть. Нифига, прямо возле дома. Я там не смотрел. А вот это интересно. Но нам нужно будет подводное этот самый. А я, кстати, здесь видел. Смотри, вот я увидел лаву. Я сюда приплыл. Вот кусочек лавы. Ну да, светится, светится, да. Вот сюда заплываем. Разные ништячки. Там только, посмотрите, сейчас потонете быстро очень. Там капец. Да, я выплыла. Надо тогда найти черепах. Черепах надо убить, да. Жалко черепах. Черепах, пах. Я стреляю в пах. Так, там что-то есть. Ух ты. Я стреляю в пах. Да, я же тебе говорю, здесь целая крепость. Тут, правда, свет уже не пробивается. А странно, что лава в воде светится. Что вот за это бред? Жесть, ну, это да. Лавовый блок, типа, все дела. Ну, лавовый блок? Лава-лава? Ой, а что это светится? Ой, светящиеся кубы! Я же тебе говорил, это блоки светящиеся. Ой, у нас зомби дома заспаунился, пока мы там лазим. А я вам что говорила? Не буду спаунить, не буду. Не буду? Ты стоишь, шары свои вылупил, иди бей. Че за хамство, Жень? Ты че как быдло идешь? Ты же должен добрый. Как этот стоит, черт полосатый. Он наш член семьи, понимаешь? С членами так не обращаются. О, смотри, Олеж. С членами уж точно так не обращаются. Понятно все. Ты довольно груб с членом нашей семьи. Я вот подплываю к дому. А что? А, я просто сломала деревянный блок. Да, я знаю, я закрыл его случайно, там свет был. Ой, а ко мне этот самый придурок. Синий, кстати, синим светом. Ты обидел его, он стоит. Я дома. Ко мне утопленник идет. Ну, ты ему понравилась? Сейчас пойду курочек размножать. Опять же. А паука-то нет больше. Все, умер. Как это? Ну, видимо. А его, наверное, зомбак съел. Ах ты, золото. А нафига вы столько понаставляли этих факелов? Да, одного вполне достаточно. Вполне. Ты будешь меня защищать, алло? Ой, сяду-ка я в джакузи лучше. Присядь. Хочешь посидеть? Сейчас я покормлю курочек, и можно, наверное, уже серию заканчивать, нет? По-моему, уже достаточно нафига долго. Нафига эти тут надо, нафига все надо. Сейчас, подождите, семена пшеницы. Сейчас пойду вас покормлю, мои хорошие. Да ты присел, типа, да? А я думал, ты в кубе присядешь. Нифига ты там настроил. Жень, ну это ж перекрывает вид. Мы же любоваться хотели. Так там же стекло будет. Там ничего перекроет. Там же стекло будет. Ты же не заметишь даже. Романтический ужин. Ой, цыпленок наградился. Пошли за чеком цыпленка. Пошли. У меня цыпленок. Я размножила курочек. Мы тебя очень поздравляем. Завтра пост в Дискорде сделаю для Вривана. Мой хороший, да, смотрите. И скриншот с цыплятами. Что там у тебя? О, Даша, нормально, наседочка. Ой. Смотрите, как прикольно. А где цыпа? Вот же маленький стоит. Ну вот цыпленок родился. Ах ты упоротый. Ой. Родился хороший. На, возьми картофан, съешь. Закрой, ага. Он не хочет картошки, он только пшеничку кушает. У меня седло есть, кстати. Хочешь оседлать? Кстати, есть зомби, которые на курицах ездят. Потертое седло? Да, Женек. Так, надо красиво сделать. Раз, два. О, яйцо. Зачем ты разлил воду, Женя? Ну, купаться, Женя? Девочки, должны я. Твои, смотри. Это Женя мальчики, сразу разлил. А, мальчики, ну. О, яйцо у меня есть, кстати. Надо не только если... проветривать, но и подмывать, поэтому для кур происходит это полезно. Если какой-то косяк, то это Женя сразу, да? Нет, это либо Олег, либо Женя, кроме меня. Все, помылись. Ну, они помылись, могу еще вернуть, хочешь? О, они полюбили меня, смотри. Это вообще-то я дала им просто пшенички. Мне кажется, у нас любовь. Я им потом здесь сделаю грядочки, чтобы они могли здесь бегать. Плевать, что у тебя ее нет. Смотрите, у меня есть... У тебя такой клюв. Дают яйца? О, еще цыпленка сделала. Смотрите, у меня теперь еще цыпленок. Из двух яиц один цыпленок выпал. Хотя, по-моему, там один шанс из 1 к 8. А кровать я боюсь спросить, для кого? Это для дежурящего надзирателя. Жень, а если они выпрыгнут или не выпрыгнут? Опять ты их залил. Хочешь любви? Петушочки, хотите любви и радости? Даша предлагает любовь петухам в серии «Но». Что-то пошло не так. Но. Я думаю, что, может быть, нам уже пора сделать перерывчик. Да, нам давно пора, даже кальмары всплыли, смотри. Что у нас посмотреть, уже какие-то на курочек посмотреть пришли. Ну, всем интересно. Смотри, они тебя так слушают внимательно, как типа, да, Даша, когда 74? Даша, когда 100 детей? Даша, когда 100 детей? На что вы на меня вылупились? Чё ты на меня смотришь? Чё ты вылупилась на меня? Чё ты обижаешь моих курочек? Всё, она уже на меня не смотрит. На кровать пошла. Свобода, да, братан? Свобода так близко.
Смотрите, как не они на меня внимательно смотрят. Просто это кровать на желток похожа, вот они и радуются. No. О, а давай все кровати сюда поставим. Оставьте курочек в покое, голема моего. Взяли, понаставляли. Смотрите, как они внимательно на меня смотрят. А на этой ноте, я думаю, что как раз вот можно сделать перерыв. Курица, она вылезла. Курица, иди оттуда. Куда она вылезла? Спруты вон плавают. Женя, зайди внутрь, ты же с блоком ходил. Сейчас. Жень, завлеки их, давай. А как их завлечь-то? Ну как, вот как? Иди сюда, иди сюда. Класс. Так не закрывай дверь. Заходи, мозги не делай. Все, отлично, все. У них кадыки красные прикольные. Это же гребешки. А, это гребешочки. Кадыки классные, красные. Так что, будем прощаться уже? Нет. Ну хорошо, развлекайся с курочками, а я буду с ребятами. Куда там ей прощаться? Все, Даш, ребят. Они очень, это самые преданные куры, смотри, они так внимательно смотрят. Расскажи им что-нибудь. Ну что ты вылупился, что ты вылупился на меня? Вас все тут очень сильно любят. Вам здесь должно обязательно понравиться, как и нам должно понравиться. Это знаешь, это время историй. Ну так, да. Они подошли так внимательно. Внимательно смотрят, да. Ну что, ребят, продолжим в следующей серии строить наши офигительные штуки, посетим подводные пещеры, в общем, короче... Планов очень много, поэтому с вас лайкосик и подписывайся. Обязательно. Всего хорошего, пока-пока. Подписывайся. Пока-пока. Пока.